Наскальная живопись является одним из этапов развития мировой культуры и ярко представлена в древних петроглифах. Они расположены во всех уголках мира. Территория современного Кыргызстана богата на наскальные рисунки, разнообразные по стилю и содержанию. По историко-культурной хронологии они классифицируются от позднебронзового века до древнетюркского, с некоторой частью рисунков, относящихся к позднему средневековью и этнографической современности. Окутанные тайны, наскальные рисунки вот уже на протяжении многих лет привлекают к себе внимание как ученых, так и духовных практиков. К числу ищущих скрытые смыслы петроглифов присоединилась и команда Кицейгине совместно с археологами и традиционными практиками. Наша команда побывала в трех областях и посетила 7 крупных мест скопления петроглифов – Акбулун, Алабаш, Эрнёк и Сарыджас из Сыкульской области, Мурдаш-Баши и Тыргенташ Ошской области, Саймалуташ Джалабадской области. По словам некоторых практиков, наскальная живопись кыргызов началась с Такыя-Эне на Саймалуташе Джалабадской области. Легенда гласит, что первые творцы петроглифов следовали за образами, оставленными на камнях небесными силами. Попытка изучения и интерпретации петроглифов с помощью духовных практиков предпринимается впервые и открывает новые грани наскальных рисунков Кыргызстана. В вопросах изучения и интерпретации петроглифов историки и археологи придерживаются мнения, что петроглифы в основном отражают религиозные и хозяйственные стороны жизни древних людей. Однако многие кыргызские традиционные практики считают, что наскальные рисунки являются универсальным способом предков оставлять кодированную информацию своим потомкам. Универсальную, потому что сознание древних людей еще не было разъединено разными формами образования, культуры, технологии и политики. С точки зрения кыргызских практиков, у петроглифов разных концов мира много похожего, потому что они отражают базовые элементы природы, общечеловеческой культуры и духовности. Петроглифы имели ритуальные функции, но также были документацией повседневности и формой творчества. Петроглифы Акбулуна находятся в 7 километрах к востоку от села Акбулун Аксуйского района Иссык-Кульской области и нанесены на валунах и крупных камнях загарные и удобные для выбивания рисунков поверхностях. По словам археологов, петроглифы Акбулуна до сих пор неизвестны науке и не состоят на государственном учете страны. А некоторые наскальные рисунки Акбулуна, запечатленные командой Кицейгине, являются уникальными по своей природе и не имеют аналогов, а по возрасту, скорее всего, восходят к раннему Железному веку. По тематике и сюжету основную часть петроглифов Акбулуна составляют изображения горных козлов, оленей с высокими и ветвистыми рогами, а также пеших лучников. Согласно информации о традиционных практиках, петроглифы Акбулуна являются местом, обладающим энергией рождающего, приумножающего, трансформирующего женского начала. Сюда приходили за благословением на богатство, на открытие жизненного пути и для достижения успеха. Приходили также с пожеланиями удачи в охоте и других хозяйственных начинаниях, с пожеланиями доброго пути соплеменникам, покидающим свою землю. Например, наскальный рисунок, на котором запечатлена человеческая фигура в головном уборе с перьями. Мы осмелились взять на себя ответственность и предположить, что наши предки с этого места мигрировали на другой континент по перешейку суши, которым еще тогда оставался Берингов пролив. На ритуале проводов им приделывали перья на голову, символизирующие к
крылья ума, которые помогали человеку концентрироваться и быстро достигать цели. На петроглифе в Акбулуне есть изображение, где камень пронизан вертикальной линией. И даже если она не рукотворная, она выбрана специально для того, чтобы передать замысел. Самый главный замысел, что жизнь человеческая и вообще земная жизнь, она пронизывается осью Вселенной. И на эту ось, по преданию киргизов, нанизываются все Вселенные, все галактики, и она пронизывает Солнечную систему и проходит по центру Земли. И духовная закономерность заключается в том, что каждый человек, он должен свою душу нанизать на эту ось, на ось Земли. И только тогда, когда он сумеет нанизать свою душу на эту ось, он находит гнездо своей души и обретает свое место в этой жизни. Рациональным языком говоря, он просто познает свое предназначение и знает, начинает понимать замысел своей миссии. Наскальные рисунки Алабаша находятся в Межгорной долине в 4 километрах к востоку от одноименного села Алабаш, Томского района и Иссык-Кульской области. Внутри долины выделяются несколько небольших конусовидных сопок. На восточной стороне большой сопки, на скальных поверхностях и валунах, высечены рисунки эпохи бронзы и раннего железного века. Многие покрыты слоем солнечного загара. Рисунков здесь относительно немного, но они яркие и динамичные, и состоят из изображений горных козлов, оленей, лошадей, верблюдов, многие из которых запечатлены в движении. Встречаются также изображения людей и солярных знаков. По мнению специалистов, эти изображения выполнены в скифосакском зверином стиле. В эпоху позднего средневековья калмыки совершали здесь ламаистские обряды. Об этом свидетельствуют оставленные ими надписи «Ом Мани Падме Хум». У подножия горы отмечаются следы древних строений из камня и имеются остатки небольшой средневековой крепости. Петроглифы Алабаша на Красных скалах – это место жизненной силы, силы крови и родовых программ. Сюда приходили с просьбой о детях, проводились ритуалы на рождение наследников, групповые ритуалы на продолжение рода, на устойчивость рода. Здесь проводили ритуалы на снятие родовых проклятий, снятие безбрачия и приумножение семьи, рода, племени. Именно на этом месте много изображений, которые символизируют детородные органы и знаки духов, приносящих детей. Например, изображение горных козлов разных размеров и форм. Петроглифы Эрнёка расположены к западу от города Чолпаната на окраине одноименного села и занимают площадь около 8 километров. В настоящее время, по мнению специалистов, Эрнёк является самым большим местонахождением петроглифов северного побережья озера Иссык-Куль. Здесь выделяются три скопления изображений, главное из которых находится к востоку от автодороги Чолпаната-Бишкек. Зафиксировано 463 рисунка, нанесенные на поверхность валунов и крупных камней, которые датируются началом 2 тысячелетия до нашей эры до 4 века нашей эры. По репертуару петроглифы Эрнёка весьма разнообразны. Имеются изображения людей с тщательной проработкой деталей костюмов, всадников и воинов, очень крупных изображений оленей, солярных знаков, а также антропоморфной фигуры солнцеголового. Эрнёк белгилүү сүрөттөрдүн галереясы. Музей 20-чы кылымдын ортосунда ачылган. Бул жерде белгилүү археолог
Александр Натанович Бернштам иштеген 56-чы жыл. Андан кийин кыргыздын жана Россиянын археологтору келип негизги сүрөттөрүн тартып бир макала чыгарышкан. Азыркы мезгилге чейин сүрөттөрдүн баарын толук паспорттору түзүлүп бүтөлөк. Азыр академиядан атайын келишип Кадыча Эже Ташбаева, Любовь Михайловна ведут олар келип 2-3 жыл мурун паспортун түзүшкөн. Бул жер менен эле бүтпөйт. Сүрөттөр өрнөктөн баштап туруп Каройго чейин, Далинка айылына чейин ушундай чоң гранит таштардан сүрөттөр уланып кете берет. Бул жерде чоң сарой, Байет айылдарынын үстүндө да ушундай таштар бар. Байыркы мезгилде мөңгү менен алып келген беттери капкара болуп күнгө күйгөн таштарга жакшы сүрөттөр тартылган. Бул жер өзүнчө ачык асман алдындагы музей. Байыркы мезгилде ушул жерде келип ырым аткарышып, ритуалдарды аткарышып ошондон кийин тартылган сүрөттөр. По ощущениям традиционных практиков, петроглифы Урнёка являются местом обретения шаманской силы. Сюда приходили проводить ритуалы инициации на обретение шаманской силы разного уровня или ритуалы передачи дара от старого шамана молодому. Согласно данным носителей традиционных знаний, существовало три уровня шаманской силы – уровень белого целителя, уровень белого шамана, уровень черного шамана и уровень черно-белого шамана. Это самый большой, самый высокий статус для шамана был. Здесь присутствуют наскальные рисунки, символизирующие все эти четыре этапа инициации. Петроглифы Мурдаш-Баши находятся в 40 километрах к западу от села Мурдаш и в 20 километрах к северу от села Учдебе на примерной высоте в 3900 метров над уровнем моря. По данным специалистов, датировка изображений в Мурдаш-Баши восходит к бронзовому и раннежелезному веку, а по тематике богаты на изображения разнообразных животных, среди которых есть изображения, напоминающие экзотических животных, а также множество загадочных знаков. Основное большинство изображений выбиты на поверхности базальта. Хотя петроглифы Мурдаш-Баши и внесены в государственный реестр, рисунки досконально еще не исследованы. Печально то, что из-за разработки угольной шахты большая часть рисунков Мурдаш-Баши была, к сожалению, разрушена. Петроглифы Мурдаш-Баши – это место, где предки зафиксировали для потомков информацию о животном и растительном разнообразии земной жизни, о человеческом бытии и жизнедеятельности. Осталась информация о том, как им удалось сохранить биоразнообразие во время Всемирного потопа. Рисунки Мурдаш-Баши изображают экзотических животных, которые никогда не обитали на нашей территории. То есть они оставили нам знания о разнообразии животного мира на всей Земле, когда она еще была единым континентом. На петроглифах Мурдаш-Баши есть очень знаковый такой символ трех кругов, где показано преобразование, трансформация Земли. И трансформация эта проходила вот так, один круг полый. Это состояние Земли, когда она еще была магмой и не разделялась. Это был просто сгусток энергии. Потом процесс начался разделение, когда началась отделяться твердь от магмы, но еще не затвердела. И третье состояние, когда по кругу проходит прямая диагональ, это уже разделенное формирование всех четырех стихий – воздуха, воды, земли и огня. И уже земля в том состоянии, в котором она пребывает на сегодняшний день.
Петроглиф Таргенташа находится примерно в 18 километрах к юго-западу от села Кичи-Карол Алайского района Ошской области на высоте в 4200 метров над уровнем моря в труднодоступной горной местности. Восхождение к петроглифам возможно только в летнее-осеннее время года. По словам специалистов, петроглифы Таргенташа были исследованы известным этнографом Лютфулой Юсупахматовым в конце 80-х годов. По результатам исследований этнографа, сюжеты рисунков на Таргенташе имеют научную основу с точки зрения астрономии, топографии, математики, хотя они выражались мифологически в разных образах и виде геометрических линий. По датировке петроглифы Таргенташа относятся к бронзовому и раннему железному веку, выбитые в основном на поверхности базальтовых глыб. Преобладающим большинством изображений на петроглифах Таргенташа являются солярные знаки, разнообразные круги и линии, а также множество горных козлов и других животных. Петроглифы Таргенташа передают знания духовных и энергетических закономерностей Вселенной и земной жизни. Здесь зашифрована сакральная информация о системе встраивания человека в различные уровни энергии, их взаимодействия, возможности их уравновешивания. Изображены соотношения энергии Вселенной и Земли, их взаимное и гармоничное сосуществование и место человека между ними. Петроглифы Саймалуташа находятся в 120 километрах на северо-восток от города Джалабад, в верховьях реки Кугарт на Ферганском хребте, к югу от крупного села Казарман Тогусторовского района, на высоте 3000-3500 метров над уровнем моря. Саймалуташ является крупнейшим собранием наскальных рисунков на территории Средней Азии. На сегодняшний день данная территория является национальным парком, основанным в 2001 году с общей площадью в 35 тысяч гектаров. Для посещения комплекс доступен только летом, так как большую часть года петроглифы лежат под толстым слоем снега и доступны для просмотра лишь только в июле-августе. Территория комплекса состоит из альпийских лугов, раскинувшихся в глубине ущелья, и могучих базальтовых валунов, которые являются своеобразными полотнами для изображений. По данным археологов страны, петроглифов на Саймалуташе насчитывается более 90 тысяч, которые относятся к разным историческим эпохам. Время создания петроглифов Бернштам определил вторым тысячелетием до нашей эры, началом первого тысячелетия нашей эры, выделив четыре хронологические группы – предсакская, сакоусуньская, гунская, гунно-тюркская. В основу его датировки были положены стилистические особенности изображений и техника их исполнения. Тематика рисунков весьма широка и отражает религиозные верования и представления о мире у древних людей. Здесь можно найти изображения диких и домашних животных, птиц и людей, геометрические символы и знаки, изображения ликов божеств, а также множество неподдающихся объяснению рисунков. Именно рисунки Саймалуташа стали одними из символов Кыргызстана. На петроглифах Саймалуташа очень ясно и четко дано понимание формирования разумного существа на этой земле. На одном из изображений есть изображение летательного аппарата. Почему мы делаем такой вывод, что это летательный аппарат? Потому что там рядом с летательным аппаратом изображена прямая линия, которая берет начало от некоего круга. И мы предположили, что этот круг изображает некое пространство, откуда этот корабль вылетел и прибыл на Землю. Поэтому мы утверждаем, что это летательный корабль. Тем более, очень много изображений таких кораблей на петроглифах Саймалуташ. Есть корабль с изображением человека, даже двух человечков внутри корабля. Один человек в статике, а другой человек плавающий в дальнем отсеке корабля. То есть один человек управляет, он сидит за, видимо,
кабине, в кабине пилота находится, а другой человек в заднем отсеке корабля, он находится в вакууме и вращается, летает. Отсюда мы и делаем вывод, что это летательный корабль находится где-то во Вселенной, где существо разумное, оно не может пребывать в статике. Некое энергетическое существо с другой планеты, с другой Вселенной, прибывшее на Землю, оно прибыло на Землю и высадилось на Землю в виде круга на ножке. Это защитная оболочка, в которой находилось внеземное существо. И трансформация этого существа на Земле происходила поэтапно. И это доказывается изображениями вот этих вот кругляшков на ножках, которые сначала целый круг, потом полкруга, потом один сектор круга. И только потом начинает трансформация, что этот круг становится полым на ножках, и в нем появляется точка. Затем в этом кругу появляется крестик, то есть это существо с некой разумной энергией, которая уже начинает адаптироваться к земной жизни. Затем этот крестик превращается в звездочку и начинает лучиться. От круга начинают исходить лучи небольшие. И только потом появляются ножки, ручки и лицо у этого круга. И он превращается в знакомого нам Шамбалу, солнечного мальчика. И вот эти солнечные люди, солнцеголовые, которых мы называем солнцеголовыми, они и насаждали здесь разумную жизнь. На петроглифах Саймалуташ очень много изображений, где изображаются солнцеголовые вместе с яйцеголовыми, хвостатыми существами, которых мы и называем нашими первопредками на Земле. В понимании традиционных практиков бытует мнение, что это место способствует раскрытию даров, спящих в человеке. Сюда приезжают для пробуждения трансцендентных способностей и получения понимания о своей миссии и предназначении на Земле. Создавая наш фильм, мы хотели донести до своих современников, насколько глубоки и велики были знания наших предков, и насколько актуально сегодня, в такой критический момент, когда идет очень сильное преобразование природы, очень сильное преобразование геофизических процессов, социальных процессов, когда человечество входит в тупик своего существования. Мы надеемся, что эти знания помогут многим людям обрести какую-то устойчивость, обрести надежду на то, что, используя эти знания об энергетических закономерностях, мы сможем спасти будущее человечества.